Да, помаши мне рукой. Помаши мне рукой, Илья. Маши. О. Сейчас будет скатываться. Привет, друзья. Сегодня 21 февраля. Смотрите, какая у нас погода. Ни снега, ничего. Катится. Вот трусливый заяц. Боится высоты. Ну, скатился. Молодец. Везде снег, снег. А у нас, видите, что? Пылища да ветрища. Снегом даже не пахнет. Ходили мы на вокзал. Сейчас уже 2 часа дня. Сейчас погуляем немножко. Это мы в парке на площадке. Пойдем домой. Купила вот рыбку сазанчика. Буду жарить. Ну, видите, поставила на землю, потому что куда я поставлю? На скамейку. А на земле, в культе, ничего ему не будет. Не знаю, буду снимать, не буду. Ну, если буду, покажу. С кореньями и с томатом. Вот купила еще зятю за 900 рублей. Называется «Имитация молекулы». Молекула 01. Написано честно. Имитация. Ну, запах приятный. Не содрала эту. Приятный запах. А Насте, о себе и Насте купила, вот Насте для легкого расчесывания, у нее так волосы путаются, белорусская косметика, мне нравится, хорошая. А себе краску, вот которую я красилась в прошлый раз, не помню, вот это она или не она, по-моему, это она, тот же самый цвет. Русый с какой-то розовинкой. Стойкая краска для волос. По-моему, это тот же самый тон. Буду краситься. Вот эта краска мне понравилась. Волосы не палит. Мисс Магик. Вот, смотрите, белорусская. Очень хорошая. Волосы хорошие. А вот я снимаю тебя. Помаши рукой. Вот так. Во, во, во. Все. Волосы не палят, волосы отлично лежат. Если у кого есть белорусская косметика, магазин, вот берите такую краску, не пожалеете. Так что вот так. Потратилась я довольно-таки неплохо, около 2000. Ну а что, оно все надо, понимаете? Все надо. А как я зятя обойду? Все-таки праздник на носу, ну ничего. Пускай. Так, ну ладно. Все, всем пока-пока. Потом вам покажу, когда буду жарить рыбу, что получилось. Дети все порасходились, видите? Никого нету, все спать пошли. Ну, мы сейчас погуляем, да пойдем. Я нашел себе друга. Че ты отстаешь? А? Спа, ну так ты ж обгоняй. Перегоняй. Мальчик пришел с папой гулять на коне. На самокатах, на перегонке Илья отстает. Давай сюда самокат кати. Он. Иди с Сашей туда, вот на горку, скорей. Саша, маши рукой. О, ку-ку, это Илюха. Что, опять воды тебе? Хорошо. Иди, он тебя мальчик зовет. Все, давай. Попить? Сейчас дам. Илья воды захотел. А мальчик просит, я тоже хочу. Говорит, воды, а я ж не могу с одной бутылки дать. Был бы стаканчик, я бы налила. Илюха полез с бутылкой на горку. Мальчик просит воды, а я не могу ему дать. Ну, в наше время нельзя, понимаете? Так что папа сказал, домой прием, я потом ему дам. О, детей немножко прибавилось. Одни ушли, другие пришли. Одни пошли спать. Вот видите, какая погода. Серая, пасмурная. Вот вроде бы с утра такое солнышко было. А сейчас что-то вот нахмарилось. И все. Ну что, друзья. Не знаю, как у меня получится видео смонтировать, не получится. Но на всякий случай, пока-пока. Где-то Илья не вижу, а вон он там, где-то сзади лезет по площадке.
Ой, мне нравится в парке, у нас так тихо, такая тишина, а там проходили где-то уечки, там так воробьи чирикают, такое умиротворение вообще. Я сижу, вот прямо просто чудо, девочка. Ну ладно, если что, всем пока-пока. Илья с другом. Сейчас придем домой, я его спать уложу. Мы на самокате ехали, он засыпал на самокате. Дружбана себе нашел. Такой мужичок. Мне нравится эта площадка тем, что она засыпана песком. Конечно, может, тут и кошки писять ходят, или собачки. А что вы делаете? Елку сажаете, да? Илюш, вы елку сажаете? Саш, молодцы какие. А ты что там, той водой будешь покупной поливать? Ну, смотри. Чудаки смешные. А воды нет. Ну ладно, всем пока-пока, сейчас погуляем и спать пойдем.